Путешественник Никита Васильев на пути к дому. Напомню, велосипедист выехал из Чебоксар в октябре 2015 года. За это время он на своем велосипеде проехал несколько стран СНГ, Китай, Вьетнам, Монголию. Сейчас он вновь в России. Сейчас я подъезжаю к Новосибирску. Уже на пути домой, уже еду в Чувашию. В Чувашии буду уже, когда будет ровно 2 года. У меня 2 года будет 17 октября. Проехал весь Китай, через Тибетское Нагорье, через Монголию, через весь Алтай с самого юга, потом Российский Алтай, Республика Алтай, Алтайский край. Сейчас будет Новосибирск. А дальше уже будет Омск, потом Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Ижевск. Ну, уже там Йошкар-Ола и Чебоксары. Немножко осталось уже.